Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Личностные отношения с людьми, число рождения которых 2, 4 или 7, то есть родившимися 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29 или 31 числа каждого месяца являются благоприятными. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Они щедры и благородны, готовы всегда прийти на помощь униженным и оскорбленным. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Всем, чего владелец этого имени достиг в жизни, обязан исключительно себе. Такие люди всегда стремятся быть самостоятельными и независимыми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.